Добрый день, дорогие друзья, подписчики, знакомые, близкие. Давно собирался записать ролик. Вернее, давно не записывал новых роликов для своего канала. И вот, наконец-то, появилось окно небольшое свободного времени, чтобы этот ролик сделать. Ну, ролик буду делать не по теме основной моей работы. Это зарядка аккумуляторов, зарядка обслуживания аккумуляторов, пайка радиаторов, медницких работ и всякого рода заточных работ. Решил записать ролик на такую тему. Два с лишним года тому назад я ушел с грузоперевозок и открыл вот это вот новое дело. Решил открываться в гараже, чтобы не зависеть от чьей-то арендной платы. Не люблю над собой надсмотрщиков. Работаю сам на себя. Это буквально с 90-го года я не работал ни в одном предприятии. Ни на одном предприятии, и у меня не было руководителей. Свобода прежде всего. Ну вот, потихонечку то, что я задумал, привожу в жизнь. Значит, в этом гараже у меня есть практически все для не только для комфортной работы, но и, в принципе, даже для проживания. Я могу в любой момент, если коснется, уйти даже на самоизоляцию сюда и жить в этом гараже. Значит, есть весь необходимый инструмент для работы, также для проживания холодильник, спутниковое телевидение, зона приема пищи, зона отдыха, отличная печка, которую я, кстати, сделал своими руками. Значит, вот диванчик. Здесь умывальник, газ-плита, все есть, как бы все в норме. Но единственный недостаток вот мастерских подобного рода, которые делают в гаражах, это единственный недостаток, это связь с окружающим миром, будем так говорить, потому что все закрыто, но у меня, по крайней мере, какая-то связь с окружающим миром есть через видеокамеру, через систему видеонаблюдения я вижу, но это все равно не то. Не хватает солнечного света, естественного освещения, и вот это как раз и будет тема этого ролика. Я решил сделать окно в мир. В нормальный мир, не в мир, но я в нормальный мир. Значит, ну вот у меня таким образом устроены ворота, они утеплены, здесь несколько слоев пеноплена. Значит, дверь, вот выходит дверь. Сейчас, кстати, на улице 38 градусов тепла, жары. Вот так выглядит бокс. Окно буду вставлять непосредственно в ворот сюда. Значит, для этого я уже приготовил, сварил раму. Вот такая рама у меня, 63-й уголок. Заказал деревянную раму под стеклопакет. Будет использоваться тройной стеклопакет. Подготовительные работы, в принципе, уже практически все провел. Осталось дело за немногим. Осталось врезать это окно и произвести сварочные работы и все прочее. Как это будет обстоять, будет видно во второй части этого ролика. Я продемонстрирую уже
заключительный этап работ, как будет выглядеть это окно, окошко в мир, будем так говорить.